Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать в мое новое видео. И сегодня со мной Ender Dragon. Всем привет, пупсики. Ну и сегодня у нас будет очень интересное видео, потому что сегодня сейчас вам расскажет все подробное Ender Dragon. Окей, хорошо. Смотрите, у нас есть NPC, который мы прячем примерно, ну, где-то по вот этой вот карте, не дальше. Мы должны их найти и убить. И тот, кого мы убили... Тот, у кого мы убили NPC, тот проигрывает. Но при этом у нас есть мечи, и мы можем делать вот так вот. Убивать вот этих вот ваших противников, которые играют против вас. Да? Да. Так, мы прячем где-то в рандомных местах. Можно хоть в доме, хоть где-то в деревне. Мы начинаем на счет 3. Готовый? Да, я готов. Подожди, только сейчас я уберу лицо. Сейчас по-быстрому убираю. Давай. Раз. Раз. Два. Три. Три. Не убивай! Я специально это сделал. Чтобы ты сюда пошел. Подходи. Алло, в смысле? Это что ты делал? Домой. Да мы не должны сейчас драться, дебил. Почему? Надо было в правилах. После того, как мы друг другу боссов найдем. А. Чем ну, окей. А где твой босс? А где твой? А мой? Хз. Забыл. А можно вещи из сундука взять, которые в кузнице? Да. Хорошо. Так, он где-то в деревне? Мой, да, твой. Или он где-то в твоем доме, или в деревне? А у тебя он... Или в моем вообще доме ты спрятал его? Нет, в твоем доме это вообще... Я не буду палиться, поэтому я не буду ничего спойлерить. Ну ладно, я сейчас обучу все деревню, если тут ничего не будет, то тогда я сразу же бегу в твой дом. Да твое тоже найди. Потому что мне вообще не нравится, куда ты спрятал своего любименького. Так аккуратно, здесь ремонт идет. Я ведь тут весь дом случайно сломал. Ну как случайно? Специально, но... Короче, неважно. Издалека посмотрим, где может быть. Нет, реально Рофлиш, где он? Короче, я его спрятал в таком месте. Там... Очень видно, но при этом ты его вряд ли заметишь. Типа его очень легко увидеть. И где он? Домой. Железо. И где он? Он в кузне. Нице? Не. В кузнице. А, ладно, киртыной тоже. Ну я... Стойте. Мы же можем драться прямо сейчас? Нет, нам надо... Если сейчас пройдет еще стрим. Проходит еще 2 минуты и начинаем драться, если не найдем друг друга босса. Ну я уже все дома обыскал, конечно. Абсолютно все. Вырыл даже чуть-чуть домов. Я тут сейчас, пожалуй, чекну мой дом сначала, потом твой. Ну что, вдруг ты решишь... А где твой вообще? Он в очень видном месте. Слушай, я тебе так скажу, твое видное место... В моем доме ничего нет, потому что он очень маленький. Типа, я тебе гарантирую, твое видное место вообще не видное. Я чекаю твой дом. Ты меня не остановишь. Быстрее. Так, здесь ничего. Здесь. Так, жители, иди. Ой. Пока. Что это? Где он? Тихо. Ты подкрадаешь? Где ты? Так, смотри. 3, 2, 1, все, можем драться.
Выходим возле моего дома и не влетаем, а спокойно. Нет. Да. Нет. Не хочешь по-хорошему? Будет. По-плохому. Промахнулся, мне кажется. Да ну ё-моё! Так, ладно, все, показываем. Показываем боссы. А где твой? Подожди. Сейчас тебе все покажу. Смотри, сюда иди. Сюда иди. Ты не видел эту дверь? Ну, короче, он тут. А, чисто каморка Бэтмобиля. Это не каморка, это тут должен был быть туалет. А, блин, что я за бред сказал? Подожди секунду. Переснимаем. Нет. Блин, а что за туалет странный какой-то? Ладно, пошли. А где твой босс, покажи. Мой, иди за мной. Он в более закрытом месте для тебя, но в более открытом месте где-то за деревней. Типа он не за деревней, он прям возле дома стоит. А ну-ка сейчас ты поедете лебедь видогняю. Ёма, куда ты ищет? Кого твой ник? У меня ники не отображаются. Вот. Сюда. Вот. А я так и знал. Ты ж, короче, когда его прятал за роликом, ты откуда-то вылетал. Угу. Я понял, что ты вылетал. Я понял, что ты вылетал отсюда, кстати, там можно было выбрать ХП, но ты не выбрал ему 10. Иди сюда! Иди сюда! Что? Сядь на факел. Пока. Так, ладно. Так, ребята, мы вернемся через секунду, потому что мы заново прячем своих боссов. Так, ну готово, что ж, ну что ж, Андердра, у нас начался второй раунд. Так, еще три. И давай три, сразу же. Два, один. Пошел! Давай, я должен первым найти. А он в доме каком-то? Не совсем, он на улице. Он за пределами деревни? Нет. Ну, как сказать. Не совсем. Он типа в регионе деревни. Но при этом за ней. Но при этом. Мне кажется, ты нашел, да? Шо? Где ты? Ты нашел? Нет. Точно? Я в кузнице. Что-то мне не нравится, потому что ты идешь в мою сторону. Я прячусь. Тихо. Я в кузнице. Ну, возле нее, короче. Ладно. Так. Что ты? А что ты на шифт засел? Я не на шифт. Так. А, вот где он. Убили. Так это не тот. Это тот, которого я раньше прятал. А сейчас дрон новый. Новый ли поставил? Да, это тот, потому что ты подглядывал за мной. Я думаю, что там стоит? Я подумал, что ты решил не перепрятывать, чтобы меня типа так заскали. Говоришь, в твою сторону иду, да? Да. Так, смотри. Что там? 4 минутки еще. И ты снова сел на шифт. Какой на шифт? Не знаю. Ты где его? Ты в доме своем его спрятал? Нет. А в каком-то доме или прямо возле него? Возле. Я не знаю никакого. Это возле моего дома? Ну. Я тебе так скажу. Смотри, ты меня сейчас видишь? Угу, так. Подойди ко мне. Подожди. Я его нажал, да, он там. Это что, Грифер Про? Нет, это... Версия вторая? Нет, это совсем другой. А теперь беги! Мне осталось тебя только убить. Ты что, офигела? Да! Так. Вот это был эпичный ролик. Да, Рими, okay. Да. Учитывая тот факт, что первый раунд длился полным кринжом. Ну, ты понял. Да, нормально.
Ну что ж, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подпишитесь на канал. Со мной сегодня был Эндер Драгон. И всем пока-пока. А, он отключился. Понятно. Всем пока-пока.